Да что же это такое? Ко мне сейчас дама придет. А тут, глядите, какое-то муро в моей комнате расположилось. Пардон, я сию минуту уйду. Я только на секундочку прилег отдохнуть. А я не знал, что это ваша кровать. Это безобразие! Он, глядите, вперся с ногами на мою кровать. Да я, может быть, знакомым своим не разрешаю с ногами находиться. Ах, вот ты мне где попался, рыбий глаз. Скажи спасибо, что ко мне дама пришла, а то бы я из тебя размазню сделал. Проходите, одну минутку. Чё? Что это значит? Как прикажете это понимать? Я требую объяснить! Прекрати сейчас же истерику. Я свободный человек. Имею я право в свой выходной день прийти к товарищу по работе, попить чаю? Ах, это у вас называется попить чаю? Честное благородное, только чай. Да что вы меня за идиота принимаете? Ах ты, рыбий глаз! Не трогайте мое лицо!